Турции за связь с Сидюлиным арестовали 35 журналистов. Работников СМИ подозревают в симпатии к организатору госпереворота. Власти Турции в четверг выдали ордера на арест 35 журналистов и сотрудников СМИ, подозреваемых в связях с мусульманским проповедником, которого обвиняют в организации прошлогодней попытки госпереворота. Об этом сообщает «Голос Америки» со ссылкой на информагентство Анадолу. Подозреваемые предположительно пользовались приложением для обмена сообщениями, которое популярно у сторонников проживающего в США духовного лидера Фетхулла Гюлена. По словам агентства, журналистов подозревают в членстве в террористической организации. В рамках очередного рейда на журналистов в Стамбуле были задержаны 9 человек, в том числе Бурак Акичи, редактор оппозиционной газеты «Бёрган». По сообщению Турецкой ассоциации журналистов, после неудачной попытки свергнуть президента Реджепа Тайипа Эрдогана в июле 2016 года были закрыты около 150 СМИ, а около 160 журналистов были отправлены в тюрьму. В ходе последовавших за попыткой переворота репрессий в тюрьму попали в общей сложности 50 тысяч человек, а более 100 тысяч госслужащих потеряли работу. Напомним, ранее в Турции потребовали для Гюлена почти 3000 лет тюрьмы. В Турции завершили расследование попытки госпереворота. По материалам сайта newsgro.com.